Количество фактов обмана и мошенничества в последнее время угрожающе растет. Каждый день в полиции регистрируется до 10 подобных заявлений. И это только видимая часть айсберга. В 2015 году зафиксирован рост мошенничеств на 50,5%. Всего было зарегистрировано 5614 фактов. Только за январь месяц этого года уже зафиксировано 613 фактов. Получение денег в долг, фиктивная помощь в оформлении кредитов, предложении о трудоустройстве и оформлении земельных участков – подобные виды мошенничества наиболее распространены в нашем регионе. Из-за отсутствия инфраструктурных условий с 2008 года распределение земельных участков приостановлено. Однако граждане все равно пытаются получить участки, для чего прибегают к услугам малознакомых лиц за денежное вознаграждение. В результате люди остаются и без денег, и без участков. На сегодня по области числится 137 тысяч человек в очереди на получение земельного участка. Из них 65 тысяч по городу Шымкент. Прокуратура отмечает, что с населением ведется постоянная работа по профилактике и предупреждению мошенничества. Однако, увы, зачастую она оказывается малоэффективной. В центральной мечети в области перед пятничным намазом для сведения прихожан довели содержание специально составленной прокуратуры в области справки, касающейся этого в виде преступности. Эта работа продолжается во всех районах. Принято активное участие в обсуждении данного вопроса, высказать свои мнения, предложения о дальнейшей выработке конкретных мер по профилактике данного вида преступности. Прокуроры и общественники сошлись в одном. Следует искать новые формы работы по вопросам борьбы с последователями Остапа Бендера.